фура направлялась в сторону торгового центра. Дальнобойщик приехал из Калининградской области, и за день ему необходимо было развести товар по трем точкам. Первый из них и стал магазин на Чулмане. Поворачивал налево, и видно, скользко, он не успел затормозить. Все, что я могу сказать. Колено буквально влетело под грузовик. Повезло, что рядом не сидел пассажир, говорит водитель легковушки. По его словам, он ехал позади фуры и не успел отреагировать на неожиданный маневр грузовика. Ехал по Хасан-Туфанова вниз. Увидел, как фура начала двигаться влево. Перед тем я начал резко тормоз. Попал в грязь, и у меня машина потеплилась. Не видел, что машина дала поворотик больше. Как говорит дальнобойщик, в Челны он приезжает не в первый раз. Тем не менее, несмотря на знак, установленный на перекрестке, движение только прямо, решил повернуть налево. Эльвира Ермакова, Василий Киселев, эфир 24.